И что дальше? Яке ви маєте право ну, прикривати руку? А, ну, ну то так і скажіть, а то откуда я знаю? Мы стояли на переезде с коллегой, вот. Услышали выстрелы, там минут через 5-7 увидели, проехали полицейские машины, скорая, нас туда не пустили уже, оцеплено было все, организовано быстро, очень быстро, мы аж удивились. Правильно вчера сказали, что она больше украинка, чем мы.